Добро пожаловать в ЦРУ. Давно вы здесь? 10 минут, но вы так заняты, руководите операцией. В смысле, как давно работаю? 2 дня. Что это? Все письма от кого-то, грозящего раскрыть секретные данные, если мы им не поможем. Ты юрист, разберись. Не мудри, сделай дело и убирайся. Я Оуэн Хендрикс из ЦРУ, мы получили ваше письмо. Ты завел новых друзей? Или сверхзарубежное правительство? Ты же знаешь, что пули проходят сквозь металл. Да. Поздравляю, за вами следит вся ООН. Мешок обязателен? Нет. Разберись с этим. Во что бы то ни стало, правда? Почему? У тебя были панические атаки? У меня они с 2019-го. К этому привыкаешь. Удачи. Она тебе понадобится. Что-то не так? Очень много. Чем выше ставки, тем сложнее. Но суть в том, что я хорошо переношу провалы. Мне 24 года, я должен идти на риск, совершать ошибки. Может, мартини? Может, белый коготь? Неопытность. Это потребность нырять в омут. Чтобы что-то доказать, это нездорово. Это амбициозно. Вообще-то я просто юрист. Думаю, я компетентен. Тебе просто везет. Ну и Сентинео. Это пинаколада? Да. Рекрут. Смотрите на Zetflix Online 16 декабря.